Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о первой помощи вашим питомцам, если их покусали другие животные. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы на них обязательно ответим в следующих выпусках. Одной из наиболее распространенных причин, почему владельцы собак обращаются к ветеринарам за помощью, является укус их собаки другими животными. Собака может быть укушена другой собакой, может быть в результате борьбы или каким-либо незнакомым животным. Тоже может касаться и котов, которых покусали, или собаки, или же они подрались с другими котами. Укус собаки может привести к серьезной травме кожи и мягких тканей. Травмы от укусов, как правило, приходятся на ноги, голову, может быть, на шею. В области шеи находятся жизненно важные кровеносные сосуды, вены, сонная артерия, нервы, пищевод, трахея, раны, например, на лице, они могут приводить к серьезным повреждениям глаз, ушей, рта, особенно опасные раны глаз. Укусы ног, они могут приводить к повреждениям суставов. Во рту у собаки живет очень много бактерий, поэтому любой укус он может приводить к заражению и инфицированию бактериями раны. Таким образом, все укусы собак, они считаются загрязненными и зараженными. При отсутствии лечения таких ран, заражение может вызвать локальный абсцесс тканей, который будет распространяться и далее на другие шары тканей. Обрабатывайте все укушенные раны хлоргексидином или перекисью водорода. При рваных ранах их обрабатывают, например, фурацилином. Если у животного повышенное слюноотделение, одышка, оно дрожит, то можно сделать укол сульфакамфокаина. При сильной боли можно уколоть внутримышечно какие-то анальгетики, там баралгин, анальгин с димедролом. При сильном кровотечении постарайтесь остановить кровотечение, наложив жгут выше раны. Или, если не получается, то можно ввести внутримышечно дицинон или викосол. Как бы вы ни оценивали тяжесть нанесения травм вашим животным, срочно покажите собаку ветеринару, так как только специалист может правильно оценить состояние ран и назначить эффективное, качественное лечение. В крайнем случае можно позвонить врачу или же получить рекомендации относительно назначения антибиотиков или других лекарств для обработки укусов. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Помните, что лучше животных оберегать от нежелательных травм, укусов, ран, так как это может приводить к нежелательным последствиям в дальнейшем.